Знаете ли вы, почему на моторных лодках руль установлен справа? Казалось бы, на воде нет дорог, полос и разметки. Ставь руль с любой стороны и полный порядок. Все дело в гребном винте. Давайте рассмотрим подробней. Гребной винт на большинстве лодочных моторов вращается в правую сторону, отталкиваясь лопастями от воды. По третьему закону Ньютона на гребном валу возникает реактивный момент, стремящийся развернуть мотор и лодку в противоположную сторону. При наборе скорости лодку начинает кренить влево. Если мы посадим водителя справа, то его вес будет компенсировать разворачивающий момент. Чем лучше водитель питается, тем эффект будет сильнее. Однако, если пересадить водителя влево, то эффект будет прямо противоположный. Лодка крениться будет еще сильнее. Поэтому пост управления на катерах и моторных лодках принято устанавливать справа. Полезно знать следующее. Чем легче лодка и чем мощнее мотор, тем сильнее крен. Лодки с большой килеватостью кренятся сильнее. При прочих равных в левый вираж лодка заходит лучше, чем в правый. Пассажиры – это не только ваши друзья и знакомые, но и отличный балласт. Нужно распределять равномерно груз, чтобы не переклоняло катер на левый либо правый борт. То есть, что можно вперед, что-то назад. Потому что если перегрузить на один борт, то катер будет наклоняться в одну сторону. И это создает дискомфорт. Данное правило хорошо работает на небольших легких лодках. На тяжелых катерах вес водителя не имеет большого значения, но пост по традиции размещают справа. С вами был магазин «Водник». Берегите себя и своих близких. Скоро увидимся.